Настя, Юль, ну поговори со мной. Можете не ломать на мамарулину? Да. Я не пойду к тебе. Почему? Ты себя плохо ведешь. Не, он уходит. Я одна иду. Да, ты будешь надо мной так же подгнать не нужно. Нет. Сейчас ты конфетку, скажи же. Сядь, куда ты оделась-то? Пойдем спать, я иду. Я не могу. У меня есть дома снег-то. Снег-то нет. Можно? Настя, вопрос не в этом, нас четверо, слышишь? Внимание. Сейчас время 6 утра. Это я не наш проблем. Я финально буду. Просто 5. Автоматический зачет. Я тебе так же звонила. Если хочешь кофе, то хотя бы понятно. С первого класса вот такая вот фигня. Да? С первого? Да, у меня Женя катался. Да, дай мне гулять. Если бы ты с ней жил, я бы не тебя посмотрел. Ну, не приведет. Я с ней жила, мне кажется. Вот, блядь, сейчас упадет. Ты сними себя фотограф. А ты где вы будете детей там? Как меня зовут звать? Пай. Вообще, такой дерьмо. Потом пришлось смычать. Или правильно? Не надо. Миш, позвони Ане. Все должны звонить Ане. Они достали мобилу, начали звонить. Не заметил. В комнате на полу паркет, линолеум, ковер. Мы втроем ляжем на диван, там большой диван. Они же лягут на диван. Они спят на кресло. Они лягут без проблем. Мы сидим. Ну, Аня. Даже если кафе и плитка, такого комбо.